šodien ļoti labi skanēs. Tā vajag vremi raskatāts. Tā vajag pašu pagaidām. Padrīk. Окей, самое время затестить новый ракурс. Теперь я со шлема снимаю. Я пропустил людей. Братья. Давай. Оба. Потому что с груди как бы норм, но, во-первых, закрывает логотип, во-вторых, я могу иногда задевать рулем. А так, мне кажется, это динамичней. Брат. Все, вот после него надо будет поехать. Ну или после ребенка. Юп. Оба. Крилос Дмитрис. Алис. Citēt gobzanu, kā mēs pieskaros, tas pārvēršas zeltā. Šeit es gribu īstāvot. Jop. 22.55. Снимаешь, да? Значит, запись. Значит, не запись. Что ж, ребят, я проехал первый круг. Честно, наошибался, охренеть как. Но у меня сегодня мало конкуренции, и буду надеяться, что этого хватит, чтобы зайти на тумбочку. Однако, результат надо улучшать, это точно. Это отвратительный результат, если честно. Прям ужасный. Но я точно его улучшу, если проеду хорошо и красиво. Собственно, пожелайте на этом удачи и пойдем дальше кататься. Собственно, я второй в своей категории. Это не так плохо, но я бы хотел быть первым. Поэтому самое время улучшить свой результат. Вот, надо было бы это сделать. Одна попытка улучшить свой результат. Я узнал, что у меня вилка была настроена абсолютно неправильно. Свой второй заезд я
на правильно настроенной вилке проехал тоже дерьмово. Конечно, в этом не только вилка виновата. Поеду без камеры, потому что в этом заезде я камеру задел, к сожалению. Надеюсь, в хорошую погоду. Хотя бы. Well, guys, it is the raining man. Hallelujah. And I ended up second with second place. I can say I'm stoked about it. No, but still, it is a great result, and I hope that I will make it to the first place a week later on the final stage. Just hit the like button and see you soon, guys. If I made my and if my complete my run clean, that я забыл язык полностью, абсолютно. Сейчас.